Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады всех приветствовать в Рок-кафе. А мы – это театр поэтов «Послушайте». Сегодня опять вторник, 21 февраля 2012 года. И происходит проект «ТВ-поэзия» в первом отделении всегда у нас. То есть поэты выступают. Кто хочет обсудить автора, выходите сюда ближе, будем видеть, что есть какой-то порыв у зрителя. А не будет, ну иначе нет. Либо я буду как-то реагировать. Вот. Во втором отделении у нас сегодня спектакль «Z-перезагрузка». Что это такое, увидите. И также во втором отделении у нас сегодня поет Сережа Шипатьков, «Паровоз до Кубы». Вот он нам пришел с группой поддержки. Надеемся его услышать. Много песен. Хорошо. Вот было заявлено щебетание Владимира Антипенко, то есть меня. Но я его немножко хотел бы, конечно, передвинуть сегодня. Обычно я начинаю своими стихами. И хотел позвать сюда Евгения Зудана. Женя, пожалуйста. Вы знаете, что мы с вами договаривались, да, Женя? Что вы будете первым. Ну, вперед. Евгений Зудан, пожалуйста. Стихотворение посвящается памяти американского поэта Роберта Фроста. Эпиграф. Пока ты придешь один в потемках к великим, вряд ли. Иосиф Бродский. Ты снежной тропой так неспешно бредешь, где звезд ледяная рожь уже проросла, и в ночи за тобой, как занавес, падал дождь. Твой голос теперь, как усталый прибой, спокойный, словно гобой, несется, а время сорвалось плодом с ветвей, отболевших тобой. Так спи же, укрыт лебединым крылом луны, за ее стеклом прозрачным грошом той тропы не найдешь, где каждый твой шаг излом. Да будет исписан лишь строками звезд жемчужный и долгий мост, покоему ты и поныне придешь, отпущенный Роберт Фрост. Еще одна, да? Жень, да. Кого спрашивают? Понятно. Мне все равно, не хочешь, не действуй. В тот вечер, проплывавший надо мной, закат раскрылся медом полной чашей. И я был тогда, увы, совсем иной, как было все иным до встречи нашей. Теперь ты уезжаешь, пусть. Постой, ответь, поля янтарные ужели тебе дороже, чем снега и ели, и синий берег северный простой. Так уезжай. Скорее уезжай, пусть голос твой за далью утихает, так в сонме криков сотни серых стай насиженные гнезда покидают. Проплыл закат шафрановой дугой, раскрылся вечер огненной чашей, и кажется не я, а тот другой тебе во след рукой печальный машет, и он останется стоять на берегу, а я, наверное, до рассвета дыхание нашей встречи сберегу, как горькое безмолвие поэта. Спасибо. Спасибо, Евгений Зудан. Ну, видишь, тебе все чинно, благородно, хорошие стихи, поаплодировали. Спасибо, Женя. Хочешь, чтобы тебя обсудили? Замечательные стихи. Замечательные стихи. У кого есть камень, выходите сюда, прячьте его за пазуху и говорите о поэту, если есть. Никто не подошел, камней нет сегодня на тебя. Хорошо, приготовьтесь, Андрей Прут. Хорошо? А сейчас Владимир Антипенко, «Щебетание». Гроза! Астрграли! Драли небо, суффикс шума, дали мне бы икс ума и фикус дома, я бы пофикс, пуфикс дыма. Стоп, машина, там шумит вот эта штука.
Дорогие друзья, сейчас у нас происходит проект ТВ-поэзия 2012. Просто я вынужден был выключить вот эту шумящую штуку, иначе никто ничего не услышит. Сейчас я пощебечу. Природой светятся глаза, живое чудо. В парадный бьется стрекоза из ниоткуда, из никуда летит стрела, фетиш Амура. Опять свидание проспала моя фигура. Июль гуляет главарем, жара густая, нигде нагрелся водоем, любовь пустая. Проспал всего лишь пару лет, а в парках пони и никогда смеются вслед моей персоне. Гроза! Аст грали, драли небо, суффикс шума, дали мне бы икс ума и пофикс дыма, я бы пофикс, пуфикс дома, прост как приз и быстро как стриж, дождь как из ведра на крышах тебе играет мат, громом выругался, а! Страшно, душно и тревожно, слушать дальше невозможно. Астры грали, молнии мили, беспощадно землю били. Обозналась змеёй знак, глотки проволок и к столбу. Я на ложе, сцепясь в кулак, говорила ему «люблю». И обвалом, о недра, путь, сердце взрыв, надо мною дёрн. О, любимый, со мною будь, пей отвар из могильных зерн. Эй, глядите, вскипает чан сновиденным отваром полн. Мой любимый, ты будешь рдян, мой любимый, по воле волн. Это последнее стихотворение Цветаеву посвящено, но я специально не стал говорить. И последнее щебетание Владимира Антипенко сегодня. Имеется в виду в первом отделении, а во втором я играю спектакль «Z-перезагрузка». Там много чего будет. Шансонетка. Миянда дар дантиди сква, козоль заули инда сква, инсквайр вар, варвар инсва, варти жими жако, жамен жакен жик-жик-жик-жик, жардоль дидин, жарес сесо, импаупом, имбом, имбом. Джаз номер один. Или дикселент. Анла бади буду бада диду бади бада дим пом пом пай пути парику али от калика типи кала кат типи калика типи кити ка. Все, спасибо. Андрей Прут, пожалуйста, сцена свободна. А это был Владимир Антипенко. Я для видео. Всем добрый вечер. Это Андрей Прут. Для начала небольшое стихотворение называется «И прекрасен, и безумен». Мама, мягкая на ощупь, восседает на диване. На простом таком диване 2×3 всего лишь метра. Папа рядом примостился. Заскрипела половица. Очень жалобный звон, словно папа великан. За окном краснеет небо. Там заря вовсю гуляет. Ветер носит сочный запах приближение весны. За стеной соседка Катя вновь играет на рояле. Ей совсем не жалко клавиш, как и маминых ушей. Я счастлив. Я любуюсь миром, что придуман мною. Я его совсем не знаю, но таким он должен быть. За окном краснеет небо. Мальчик спит, накрывшись пледом. И прекрасен, и безумен сон слепого человека. Спасибо. И вторая миниатюра на троих, незнаменитый поэт. Слушай, да. Ты можешь чуть больше брать на себя? Сейчас вот. Сейчас ты текст подносишь? Ну, хорошо. Немножко на себя. Да. Как бы от себя, как будто сейчас, вот, как будто сейчас сочиняешь и пытаешься это людям сказать. А, миниатюра называется «Незнаменитый поэт». Я рассчитан вообще на трех человек, к сожалению, Сергей не пришел, поэтому я исполню ее один. Поэт, весьма незнаменитый, пришел совета попросить к читателю, что был единый, о чем писать, про что творить. И вот спустя почти что сутки, но все же не подведя итог, поэт, быть может ради шутки, воспроизвел тот диалог. Привет, читатель!
я в печали. Не знаю, что за тему взять. Я в этом помогу едва ли. Ну, давай попробуем начать. Питер на город пролил белые ночи. Нет, знаешь, эта тема очень не очень. Столько уже писали об этом деле, что всем давно порядком поднадоели. Я так устал, мне одиноко, не спится. А ты посмотри на эти счастливые лица. Скорее расплескаем всю душу свою без остатка. Они все впитают, как высшего сорта прокладка. И сердце, и руку, и, может быть, печень. Любовь, как война, не обойтись без увечий. Ну, к черту ты сдался любой современнейшей диве, когда в кишелке сквозные ветра загостили. О солнце, о море, о волны во время прилива! Я вижу, природа была в тебе бережлива. При нынешнем складе пернатых все чаще едят, а плесень на хлебе вообще ботанический сад. О боги! Зачем же тогда мне писать? Я брошу занятия и лучше улягусь в кровать. Зачем выворачивать внутренний мир наизнанку, коль рифма не тронет ни русскую, ни иностранку? Поэт, ты не прав. Стихи были в моде всегда. И пусть мировая известность, только мечта, не нужно толпы. Твори для меня одного, ведь ритма — это призвание и баловство. Спустя много лет незнаменитый поэт умрет одиноким. Без славы, семьи и без крова. Но в последний момент возьмет инструмент, чтоб начертать слово. И книгу стихов, что за жизнь написал, дополнит, марая бумагу. Мой милый читатель, если б ты знал, как я тебе благодарен. Спасибо. Евгений Прут! Ой, Андрей Прут! И забывающий все ведущий, но на самом деле я не просто ведущий. А вот есть у кого-нибудь комментарий к тому, что Андрей сделал? А? Товарищи, все, вам просто все понравилось и все. Вот скажи, пожалуйста, Костя. Актерская игра была. Актерская игра. А стихи? Стихи? Стихи тоже хорошие. Выходи. Константин Графник будет делать спектакль в следующий вторник. А что тебе понравилось в этом стихе? Особенно в последнем. Что именно? Какая-то... Ну да, вот что. Тебе понравилось? Мне понравилось и стих, и сама его визуализация. То есть то, как вот это, там, на, да. То есть вот это все зажег. Стих войдет в историю классической мировой поэзии. Да? Я не гарант классической современной поэзии, я не могу сказать. Ну, а ты, вот, который свои стихи будешь исполнять, ты будешь стараться, чтобы это было вот, удивлять людей вот здесь, да? Да, удивлять как минимум. Хорошо. Кого не удивил стих Андрея Прута? Есть такие? Поднимите руку. Нет. Вот, вот. А, есть? Выходи. А давай, Денис, выходи, да, и будешь следующим выступающим. Спасибо, Костя. Говори, почему. Какой вопрос был за ним? Кого не удивил стих Андрея Прута? Он не удивил. Ну, хороший, добротный стих. Ничего против не имею, но ничего удивительного в нем нет. И вы это прекрасно понимаете. Хорошо. Но я должен играть эту роль. Значит, ехидную, там, пытаться, во всяком. Хорошо, и Денис Дензе, вот, пожалуйста, твой выход. Денис называется «Февраль». «Февраль» у меня называется, да. Стихотворение написано в феврале 2011 года. Но, как показывает практика, феврали похожи. Извините, волнуюсь чуть-чуть. Погода изменялась в днях, оступилась мимо. Ослепил наивный взгляд, мороз, солнце, февраля. Дыхание слепит красками нового, уступая секунды для взгляда в небо. Они теперь ценнее всех тех месяцев, а я как будто влюблен в эту планету.
лицо постепенно изменяет цвет. Температура не желает вспоминать лето. Я пропитан солнцем, оставив время белым паром, распыляя сердце. Мы можем стать всем для целого мира, если жить мирно, как в зеркале, заполнив блики внутри тела. Рисовать пейзаж, когда необходимо. Увидев лучи, хочется укрыться чистотой бескрайней легкой свободы. Но линии ладони шепчут другое, ведь эмоций не имеют птицы. А ведь не было тени, но без света. Но для меня лишь он успокоение, когда ее нет рядом. Осталось ласкать километры взглядом, никуда не деться ведь черным. Объяты даже тропы зеркал родной реки. Нет смысла бежать от себя, его нет сейчас в каждом сюжете. Ведь мозг ненавязчиво с утра отключен, еще 14-го сглажен вопреки. Отражение глаз стало случаем, обними белой пеленой, а мороз только закалит. И колкими звуками о героях мы станем богами добрых историй. Спасибо. С микрофоном по-братнему, он током бьется. Денис Дерза. Бьется, да? Это когда губами касаешься, да? Слушай, здорово. Спасибо. Ну, давайте так, у кого есть камни, будет, говорю, что выходите прямо на сцену, вот, когда я это закончу, выходите и говорите, что ты тут вообще, мне не понравилось, а если нравится, то аплодируем. Хорошо. Карин Пелл в зале? Не пришел еще. Олег Савельев, вы готовы? Выходите, пожалуйста. Олег Савельев. Олег Савельев. Вперед. О, сейчас вы увидите эксперимент. А именно, Олег попросил прозаическую свою миниатюру представить. Но я когда прочитал, это все равно в каком-то смысле, это поэзия, душа отлетит. Пожалуйста, Олег Савельев, называется как? Снег. Называется «Снег», да. Вперед. Фонограмму включите, пожалуйста. А музыка «Вас Алины». Что музыка? Музыка «Вас Алины». «Вас Алины»? Можно фонограмму? Музыку можно включить Олегу Савельеву? Так, у нас, по-моему, звукорежиссеры там отсутствуют. А, включают, уже идет. Сейчас, это пауза такая, пауза. Олег Савельев, «Снег». Мороз минус 25, но такой тихий безветренный день. Она улыбается, ее голубые глаза искрятся, как застывшие льдинки на солнце. Легкими одуванчиками, чуть кружась, падает снег. Она стоит, запрокинув голову вверх, без шапки, и что-то шепчет январскому небу. «Одень же шапку, ну!» — кричу я ей. «Какое там?» Алыми губами языком ловит воздушную сахарную вату. Она тает иногда от ее дыхания. «Вкусно?» – спрашиваю я. Она смеется в ответ разливистым звонким смехом. Мотая огненно-рыжими волосами, в которые уже вплетаются нитки белой пряжи. Мягкий хруст под ногами. Это наш ангел под видом прохожего. Спешит прочь. Эта зима наступила как-то по-детски наивно и не спеша. Сперва листья накрыла легким почти тополиным пухом, однако слегка оттаяв, очнувшись от грез, повеяла низкой поземкой и, нырнув в глубину ноября, отразилась томными белоснежными сугробами на аллеях. Выдохнула рыжая, падая на летевший белый бархат спиной со всего размаха. И она лежала, раскинув руки в стороны. Из ее глаз, разбавив тушь мелким бисером, мелькнула слеза.
Ну ты чего, простудишься ведь? Пытался урезонить ее я. Как красиво! Мечтательно выдохнула она. Я посмотрел на набухающие от великолепного свежего пуха ветви, на туманный просвет тротуара, сквозь серпантин становящийся все более зыбким. Покрывало зимы сбивается все выше и выше до самых облачных кромок, и перина небес прорывается кружащимися озорными перышками. И тут я вдруг понял, ей жарко, и жар у нее внутри никогда не закончится. И вот уже нет ни мороза, ни снегопада, есть только ее взгляд пронзительный и страстный. Когда женщина любит, всегда горячо в сердце. Оно набухает, и ударами ритма норовит выплеснуть влагу. Оно постоянно стучит и стучит. Оно настойчиво просит, чтобы ему открыли. Как загнанная лошадь спотыкается, но не падает. А если и рухнет на землю, то уже насовсем. Беспечный издох иногда выживает, но разве это жизнь для него без скорости, без гула копыт, без криков? В этих скачках второй — это никто. 10 без ноля. Можно говорить о победах и поражениях, но это все разговоры в пользу бедных. Вот есть снег, обычный и холодный, замерзшая влага в кристалликах. Никогда не думал, что буду так по-ребячески радоваться снегу в московском декабре. Он падает робко и тихо на чистой дорожке в городских парках, на проспекты и мостовые, а этот образ так живет во мне. Смеется и поет колыбельную моя любовь. Что ж, друзья, не будем ей мешать. Пойдемте. Атмосферу создал. Это театр одного актера, я считаю. Спасибо огромное. Спасибо. Здорово. Олег Савельев! Ну, я смотрю, Мария Агапова здесь. Ну, я здесь. Вот сижу. Готовы? Ну, можно. Давайте. Мария Агапова. Маш, можно я не буду называть, как называется твоё? Сама все скажу. Да, пожалуйста. Хорошо. Микрофон можно? Да, как хочешь. Бери белую. Мария Агапова! Сегодняшнее коротенькое свое выступление я хочу посвятить поэтам. И есть эпиграф. Что посеешь, то и пожнешь. Что пожнешь, то и смолотишь. Что смолотишь, то и съешь. Посеял стихи, вот и жуй стихи. Первое стихотворение называется «Поэту». Ах, эти строфы, ягод, бессмертный сок, вместо тебя плеяда суконных строк. Буквы, цыганский табор, пакет тяжел, лишь череда метафор, пока ты шел. Песня, святая песня, извечный горб, мы ничего не весим без этих торп. Истовый твой не слаще, букварь пакет. Знаю, ты тоже тащишь хвосты комет. Высушить волос феном, накрасить глаз и закатать рефреном души алмаз. Может, короткий зумер, чайку попьем. Знаешь, кто умер, умер, и мы умрем. Второе стихотворение называется «Поэт». Он улыбнулся улыбкой лета, собрал подарки в большой мешок, цветы, конфеты и пистолеты,
солонку, сахарный порошок, немного хвои, немного чая, визитки, фотки для интервью, росток подсолнух, цветок из рая и серый плащ от дождя в раю, печаль, старинные патефоны, стальные спицы, жетон метро и гроздья грусти от Персефоны и отшлифованное перо. Но позабыл он о той улыбке, и видно, кто-то ее унес. Ах, милый, милый, сыграй на скрипке поэму странствий, любви и слез. И последнее, без названия. Я верю в статус тишины. Ни слова, обручальный танец. Бумажное кольцо на палец, из звуков губы лишены. Не слышно ветра между строк, лицо божественно безмолвно. И кажется, что так любовно никто бы написать не смог. Спасибо. Спасибо. Мария Акабова. У нас сегодня такой лирический вечер опять происходит. Ну что, хорошо, почему нет? Дарим такие... Не знаю, ну видишь, никто сюда не пришел. Хочешь ко мне? Я могу раскрутить сейчас. Нет. Нормально. Спасибо, Маш. Очень все достойно. Да, вот Оксана Алексеева, выходите пока. Приготовьтесь, Даниил Веретенников следующий. Оксана, я вставлюсь перед твоим выступлением. Хорошо? Меня Владимир Антипенко зовут. Я хочу разбавить эту лирику чуть-чуть. Ползи, перец, пепел! Твой самолет зыбок и пьян, как лютня, волшебств, туча, кухня, золотых рыбок охра, ох, к нам, ползи, перец, пепел. Твой самолет зыбок и пьян, как ветер, золотых рыбок камни встретил, курят, любовь, храм, дам не эти, им ли молоток мыло в зубы гладить, нам ли глоток мула солнца в губы лить, вряд ли кипяток рыбы можно пить этот авангард. Спасибо. Ладно, что, понравился? Фигню же прочитал, ничего же непонятно. Ну, красиво, а? Да, эмоционально. Сложно как-то, да? Это ассоциативно. Вот возьмите, возьмите живописи, вот картины рисуют художники, ничего не понятно. Красиво, то же самое. Там есть какие-то подсказки, ходы. Пожалуйста, Оксана Алексеева. Добрый вечер. Тут стул Белёна стоит с моей подачи. Когда-то я его вынесла на сцену, с тех пор стоит всегда в качестве декорации. Я тоже немножко разбавлю лирику, а потом постепенно сойду на лирическую ноту. Закодировать русскую речь несложно, в англицизмы, в картавящую картечь. Только этому сраму конец положен, потому что Волга иначе не будет течь, чем по руслу из песен и слез бурлацких, по равнинам из холода и тоски, и что хлеб разломанный не по-братски, и что кровь, добытый не по-людски, не пойдут ни впрок ни к какому черту, только псу подстреленному под хвост, и что грозный царь Иоанн IV кровью сына черной кропит погост. Тело мое создавалось для перспективы счастья, страдания, радости и любви. Злые кочевничьи стрелы и злые тетивы выбили сердце из ритма, пропели «Живи!». Вот и скитаюсь теперь из кочевья в кочевье, как непрекаянная, и не знаю, зачем. Желтая знойная степь, как песчаный учебник, сыплет кириллицей, понятой в скифском ключе. Я структурирую буквицы, словно скрижали, слог поверяя апокрифам будущих дней, чтобы сарматские степи границы разжали, встретив Георгия в красном, на белом коне. Шафрановым солнцем земля согрета, медовое золото льют бахчи, и девушки узостью силуэта прельщают поживших уже мужчин. Здесь бархатные ночи и месяц тонок, и бронзовый слепок с чеканных черт снимает в утробе летясь ребенок, и слово Аллаха хранит мечеть, и воздух, пронизанный жаркой страстью, и время, тягучее, как халва, мои окольцовывают запястья, и медленно кружится голова.
ковры, образующие засаду, и льнущие к щиколоткам шелка, и вот уже юной Шахерезады стою у латочного закутка, готовлю отраву из сладкой лести. Ну, нежный возлюбленный мой, держись. И так уже вечность прожили вместе. Готовься сгубить остальную жизнь. Жить со своим ребенком, как с диким зверем, выкарабкаться, вопреки поверьям, выжить душой, а не только обрыдлым телом, как бы ни испражнялось и тело. Выбрать все лучшее, что приносит время, книги и странности со страстями всеми. Ноша своя, народ говорит, не тянет, ноша чужая загривок кровит когтями. Сколько больных, ущербных, лишенных веры, наш сумасшедший мир на земле не первый. Бога на исповедь не пригласить, не крикнуть, но и к молчанию свыше нельзя привыкнуть. Корабли. Кто родился в советское время, помнит, что панельные дома, длинные, с узкими окнами, называются корабли. Мы спросим зал. У нас такой проект. Оксане Алексееву еще продолжать свое выступление? Да! Конечно! А? Конечно! Да! Хорошо, пожалуйста. Белье в ячейках балконов плещет, как мокрые паруса. И ветер мечется в каждой вещи, взлетающей к небесам. Асфальт пробит многотонным килем. Куда тебе, Магеллан? Суда житейских морей вместили не только раздрай и хлам. Здесь в каждой кухне сидит романтик, лелея свою мечту. Ведь в самом гибельном варианте он просто сойдет в порту, который строил его же город для тех, кто силен и горд. Он душу выволочит к просторам, от необузданности которых летят клапана аорт. Спасибо! Оксана Алексеева! Оксана, а вопрос, а почему тебя называлось, как там? Закодировать русскую речь несложно. Закодировать русскую речь несложно. В англицизме, в картавищу, картечь. Я понимаю, а ты считаешь, что это несложно? Это несложно с одной стороны, когда русские слова постепенно вытесняются разного рода англицизмом. Но по сути своей русский язык живуч. И территория огромная, которой Россия в результате, так сказать, владела, да, хотя бы, скажем, в советские времена, в царские времена до 13 года, она обусловлена живучестью языка. Если культура вас зацепила, если культурой вы прониклись, вы в результате будете этой культуре принадлежать. Ну, это самое сложное. Ну, кому как. Кому как, да. Часть народа, часть народа уже немножко восприняла вот эту вот англоязычную часть культуры, она немножко пошла по поверхности. Да? Вглубь и в корень. Хорошо, а какой самый сложный язык? Ну, говорят, что китайский сложный, мы еще... Вообще-то русский язык тоже считается сложным. Он синтетический язык. Для изучения. Маша, он скажи. Русский очень сложный. Очень сложный? Да, русский. Так почему же не сложный-то? А потому что на первый взгляд. Я же не стала тут... Да чего ты привязался? Ладно, хорошо. Привязался. Все, спасибо. Оксана Алексеева, спасибо. Потому что вопрос возник, да он привязался. Отец. Так, а Даниил Веретенник, выходите, пожалуйста. Тоже сейчас лирическое, так полагаю, начало. Хочешь, можешь так, может быть? Да? Ну, давайте. Да. У Даниила Веретенника называется «А это вся моя музыка». Слушайте, я уже какой-то... Владимир, еще не хотите что-нибудь почитать перед моим выступлением? Я пока слова вспомню. Пока нет. А, почитать? Город зимой тих, вечером ходит гость, поздний мороз слух, минусы шепчет нам. Я сочиню стих, в небо забью гвоздь, падает вниз пух, люди живут там. Присните по смеси, как будто сегодня последняя полночь для странного смеха. А кто-то в оркестре уже играет в чехлы инструменты, как будто сегодня последняя полночь для странного смеха. Молчишь и не снишься. Кругами от камня, упавшего в воду, пишу тебе письма. Как здорово, правда, писать их и думать, что ты им поверишь, что вспомнишь и скажешь привет. С этих пор я навечно останусь. Ты.
твоим оберегом, твоим оберегом, твоим человеком, что буду смеяться, когда ты захочешь, когда ты попросишь, как можно правдивей. А я не замечу, и смех не узнаю, и плач не услышу. А старый оркестр побрел, растворяясь в безудержном ливне. И черные птицы уходят обсохнуть куда-то под крышу. На твою ладонь белый снег, песок на мою ладонь. Жаркий, как огонь, трепет нотных строк, не остынь, затронь. Через их полет будет дождь стучать, будет течь Нева. Я по глади нот научусь молчать и терпеть слова. В них одно из двух, вечность или миг. Потерпи, дождись, и последний звук, как прощальный крик, понесется ввысь, пробивая тьму, заглушая стон, сокрушая тишь. Подчинись ему, и летит не он, это ты летишь. День прошел, как бой. И пропел смычок, звук последний свой. Так уходит боль, каплями со щек, становясь невой. Спасибо. Давай что, пришел, еще читай давай. Пока не погнали? Давай. Вот здесь день, стой, туда дальше не ходи. Вот здесь. Давай. Стихотворение называется «Северное». Уж так родное повелось на севере. Откуда здесь для солнца только треть? И нам с тобой тонуть в февральском серебре. И холодом дышать, и руки греть. И будут дни наказывать и миловать. И словно сумасшедшие мелькать, спасать нас от отчаяния унылого. И вновь на испытания обрекать. А если на пути мне горе встретиться, и заведут грехи меня в беду, к тебе, мои печальные, не ледится, к твоим глазам на испыть приду. Все тайное скажу, все сокровенное, что накопилось за лихие дни. Пусть предадут все старые и верные, лишь ты одна меня не обмани. Пойми, утешь, покорно и доверчиво, щекой свою верную прижмись. Ты знаешь все, скрывать мне больше нечего. Пойми меня, прости и обогрей по тишиной твоей, как под куполом. И верю в чудодейственность ее. И всем моим ошибкам неискупленным подаришь ты спасение свое. Браво. Спасибо! Даниил Веретенников! Ну, я уже говорил, да, кто камни хочет кидать, милости просим сюда. О, Андрей, давай ты сегодня будешь, мы тебя будем даже снимать что-нибудь, лид. Когда это самое, на него камеру, если он говорит. Вот. Хорошо. Все самое интересное ты пропустил, как всегда. Ну, давай повтори. Что, Мария Агапова выступала, Оксана Алексеева выступала, Даниил Веретенников сейчас выступал. Ой, тут список огромный. Евгений Зудан. Хорошо, давайте так, лирику немножко отменяем. Александр Фридман. Называется «Человек». С микрофоном или без? Да. Стихотворение «Человек» или «Человек». Человек – это привилегия. Видеть, слышать, дышать – этого слишком мало. Существо, склеенное из обрывков фотографий разных эпох, может быть хуже тли. Послушай, если ты еще не оглох, а если не ослеп, взгляни. Вот он идет красивый, будто лепил его в своей мастерской Роден. Вот он идет элегантный, будто дом Мод Шанель работал над его костюмом. Вот он идет напшиканный, будто цветы земли растут для него парфюмом. С виду не дать, не взять, но вглядитесь в маленький нюанс. В руках у него огрызок собственного сердца, а в зубах обглоданная кость души. Сейчас будет ассонанс. Сердце человека веет моральной бедностью, резонируя с духовной низостью. Так вот, из огрызка торчит червяк, красного яблока остаток доедая, спрыгивает и в землю бряк. Бедное существо, псевдочеловек, оболочку надел, как скафандр, и окунулся в бездну липовых ценностей, а про самое главное забыл, да еще и душу сатане сбыл. Ты же человек, только вслушайся в это слово, человек, homo sapiens, а не тля. Хочется добавить бля, рифмы для, но здесь цензор нельзя, мы же все цивилизованные люди, а цивилизованным людям бля говорить нельзя, даже для.
элегия. Вот жизненная стратегия, а не загробный марш. Марш отсюда, бесы, со своими подачками не путайте на распутье существа, которые пока не человеки, да и пока не тля. А я с выбитой в сердце гравировкой чел о век. Пойду утюгом проглажу мятые холсты Боттичелли, протру мокрой тряпкой пыль с букв, написанных когда-то каким-то поэтом, с гордым именем Владимир, а Венере Милосской на нежную шейку шарф повяжу. За 1000 лет замерзла, небось, бедняжка немножко. Бррр. Ты же тля, продолжай гладить свои новомодние портки, протирай иконы модных журналов, пропитывай, забивай желудки модной и кровь. В фешенебельных ресторанах а мало будет, и захочешь, чтобы жир с живота свисал до колен, то ешь своего собрата, ешь, поедай культуру священную грязную пастью и оставь кусочек недоеденной личности на блюде, измазанном фальшью. Да не попадайся на глаза, блевать тянет на твои лживые повадки, как они гадки. Протест в моих руках, протест в моих глазах, протест, еще раз протест. Запомни раз и навсегда, человек — это привилегия. Спасибо. Александр Ефимов. На вопрос. Вот, Андрей, скажешь что-нибудь? Интересное рассуждение, местами интересное, но весьма пространное. И плюс это то есть рифмовка, то нет рифмовки. Чем это обосновано? Возникает у меня как у слушателя. Обосновано порывом скорее, чем поэзией. Я не знаю структуры, я не знаю стихосложения, я знаю порыв, я знаю эмоцию. Значит, это интересное не до поэзии. Пусть будет не до поэзии, но это мои чувства, и мне кажется... Как протест принимается. Мне кажется, я донес свой месседж. Да, Саш, у меня вот такой вопрос, смотри. Вот ты можешь представить, ну так вот, гипотетически, что там, не знаю, прошло там 500 лет, уже не 100, я обычно 100 говорю, 500, да? И вот, да как его 500? 10 лет прошло. Вот твой стих будет актуален через 10 лет? Нет. А, ну вот, все, ответ дан. Спасибо. Александр Фимов. Тенденция времени. Я чувствую, что вижу, анализирую. Все, хорошо, спасибо. Правильно, что есть? Да. Александр Фимов! Что, Андрей? Окончание какое-то демагогическое, дидактическое. Человек, запомни, человек — это привилегия. По-моему, понят окончание вообще. Нет, ну оно как раз вытаскивает, потому что там плевать, ну все. Ну, для меня, я про себя. А мне как раз проблема нравилась. Что? Как раз проблема, по-моему, очень актуальна. Ты вот, блин, пришел, я читал тут стихи, выкладывался, а ты ничего не видел. Мало, ты все время читаешь. Так, нет, не все время. А, ну тебе не нравится? Ну ладно, не буду. Значит, Каин Л. есть в зале? Игорь Кабанов есть в зале? Хорошо. Лиза Вавилина есть в зале? Наталья Андреева есть в зале? Пожалуйста. И у нас еще не выступил кто из заявленной программы? Есть в зале те, кто из заявленной программы не выступил? Поднимите руку. Нет. Тогда после Натальи Андреевой выступит друг Сережи Шипатько. Сережа Шипатько по праву знак Куба играет во втором отделении. А вот вы хотели, да, Сережа? Пусть ваш друг выступит, хорошо? Нет, не надо, выйдет и выступит. А Наталья Андреева, пожалуйста. Позаботьтесь о своем хребте. На 7-й версте говорить о своей правоте не советую. Трое братьев моих объясняют тебе, что почем, словом, выточенным мечом, на худой конец кирпичом, так доходчивее, верней. Кость своих венянских бровей не сгибай дугой, и ухмылкой ликвей рта я тебе припомню твои слова. Простуженный март и свет, про молчание в 7,5 лет тех, чьи красочные тела подкосил твой внутриутробный лом. Все слова, что валятся из меня, с трудом пролезая сквозь усталость поджатых губ подруг всех тобой целованных. Я тебе припомню, кто здесь шах, что град, у кого под коркой стая таких ребят, что под вечер один не ходи. Сколько наледи, многоточиях, пустоты, что являет тебя остов, высекая полсотни отменных слов, многоточий кривых во мне на 7-й версте. Спасибо. Наталья Андреевна, вы знаете, вот я уже второй раз заявляю Лизу Вавилину, и она мне даже позвонила без 15:07. Здесь Лиза Вавилина? А? Нет, это Сергей Удальцов, Маша. И она второй раз вот уже... Ну, мне даже позвонил вот сегодня, 15:07, сказал, я через на 15 минут опоздаю. Ее нет. Ну, если она придет, мы дадим ей в начале второго отделения выступить.
Сергей Удальцов, вы были заявлены в первом отделении, хотели стих прочитать, да? Сергей Удальцов. Сергей Дмитриев или Дима Сергеев есть в зале? Да, я. Ну так иди сюда скорее. Дима Сергеев, я же говорю, будь готов. Давай, то, что запланировали. Где шапка, да, тебе шапка? Да. Хорошо. Ты сначала начни без шапки, ладно? У тебя было без шапки что-то. Давай, я тебе шапку дам, пожалуйста. Дима Сергеев. Хочется сорваться. Я напишу стихи, как по улице парень скитался, стирал свои сапоги, слушал в наушниках тихо песни уставших людей. И засыхали в глине кувшинки на нашей реке Акервиль. Парни бьют бутылки о стены серых домов. Дома пропитаны влагой Невы. Наш город — рождение стихов. А где-то в одной из квартир, в теплой комнате, сидит молодая девушка. Птица летит куда хочет, птице хочется петь. На город обрушится холод зимы, заставит шубы одеть, а платья висят в шкафу и ждут своих теплых дней. Я меряю их иногда зимой, чтоб в зеркало долго смотреть. Все. Шапка! Пошел. Следующее стихотворение, оно о том, то, что вот когда раньше я ходил в центре города, ну сейчас я тоже хожу, но до этого, когда я ходил, мне не нравилось то, что на дома вешают объявления разных магазинов дорогих. Вот, и вот был якобы такой протест, но теперь я понял, то, что, наверное, это бесполезно. Новостройки украшают, кстати. Куда ты ушел так далеко? Еще... Там же тебя никто не видит. Когда мне страшно, со мной один вопрос. И я разлегся на поляне, как грязный шелудивый пес. Моя одежда меня греет, мои стихи говорят, мой город мне стал чужим отделом. Уставший город Ленинград! Кто дал тебе такое имя, а? Ответь! Скажи на мой вопрос! Мне кажется, тебя купили! В тебя приходит паровоз с другой страной, с его вещами. Ты, гордо задирая нос, их посчитал гостями! Дима Сергей! Спасибо. Дима Сергей! Спасибо. Спасибо, да. Не будем обсуждать. Порыв опять, протест. Хочешь обсудить? Нет, не хочешь. Андрей Сириков не хочет. А, знаете, пришел КНЛ. Можно его позвать? Каин, ходите. КНЛ! Вы же только что подходили ко мне и говорили... А, идете, да? Вы можете пару слов сказать о себе? Хорошо? Пожалуйста. Вот тот лучше. Вот сейчас. Пару слов о себе. Я скажу сейчас. На самом деле, про себя как-то стрёмно говорить. Давайте так. Плохо получается, я хреново битбокс. Ну, короче, я типа иногда пишу стишки. Ну, в общем, музыкой немного занимаюсь. Ну, короче, удивить нечем. Вопрос, почему L? Это хороший вопрос. Я думаю объявить какую-нибудь
типа премию чуваку, который пропрет, почему Эл. Почему Каин? Все, работа, Каин! Творчество, вперед! Так, ну... Татьяна... Татьяна роняет солнце. Прямо в Неву. Плачет, потом смеется, говорит, я этим живу. И ой, если уж этот мячик утонет в такой реке, значит, так и должно быть. Окей. Татьяна идет куда-то, Татьяна бросает дом в мутных мазках заката, рвущихся напролом, в криках ужасных чаек, страшно кричащих вслед, идет она, выключает свет. Бархатная усталость стоит ей многих сил. Сил уже не осталось, денег все покосил, этот косарь-наладчик тоже весьма устал. Татьяна роняет мячик, черная чернота. Вот, я сюда... Короче, немножко веселухи, да? Шла дама по Репино спора вдоль маленького забора. В руках чемодан и баллонка. Я к ней подошел, и баллонка. И я ей сказал: «О, мадам, я ваш понесу чемодан, ведь ваш чемодан так тяжел и желт, ужасающий желт». Ответила дама с одышкой: «Откуда ты взялся, парнишка? Небритый, в рваной рубахе, пошел, как ты знаешь, я нахер». И я повернул на большой, с больной и голодной душой, на кнопку нажал, закурил, и 5, 4, 3. А знаете, я считаю одним из самых великих, короче, своих произведений, стихотворение, которое я накатал в году в 2000 или в 99-м. Очень короткое стихотворение. Звучало оно так: «Кончается эпоха, кончается и похуй». Город горит, как оконный проем, газом раздут. В воздухе пахнет постельным бельем, на самом виду в маленькой кабинке в зоне КДК живет кукловод. Ему говорят: «Ищи дурака». Он ищет и жрет. Смотрите! Нет, отвернитесь нахер. Смотрите, танки на набережной Фонтанки, эстонские танки Второй мировой войны. И каждый здешний думает: это вешний приход ЛСДшный, и чайки тепленые. А я понимаю, времени нету края, оно так играет, и танки совсем не глюк. Грохочут траки, попрятались крысы, собаки, дурные зеваки вопят, разевая клюв. Дурацкие люди, дурацкие праволюди, при виде орудий теряют мозги, глаза. Смотрите, мундир из люка в город вошел без стука. Он поднимает руку. Залп. Честно, заходит бомбардировщик прямо на нас, на цель. Кто-то молчит, кто-то тихо ропщет, ужас в каждом лице. Кто-то кричит: «Нас убьют», и сразу лопается струна. Страх перед пулями, током, газом разбросан по сторонам. Под пулеметных огней трещотки, под бесконечный стон. Люди безумно грызут решетки, лезут через картон. В клочья рвут руки, в клочья рвут глотки, в клочья рвут руки, только ты оглянись. Там наверху открывают люки, и бомба уходит вниз. Падает бомба, рыча на гетто острой кривой дугой. Полно, мой друг, и бессмертный. Это просто системный сбой. Вот это настоящий человек. Из всех прочитанных, вот это вещь. Каин, как-нибудь потихоньку сворачивайся. Будем сворачиваться в трубочку. Ну, вот эту парочку коротеньких штук прочитаю. Прочитаю парочку коротких штук.
Так много лет мерцают фонари. Корабль-город в неизменной качке похож на бесконечный лабиринт. Я вышел из каюты покурить и выкурил полжизни, как полпачки. Я не искал здесь твоего следа. След не отыщешь, если вечно ночь-то. Меня качает сонная вода. Не надо, не пиши мне никогда. Сюда, оттуда не доходит почта. Так, немножечко. Так что последний, веселый, да, относительно ноткой закончить. Давайте. Я порой не в силах думать головой, а особенно в плену таких оказий. Между нами не осталось ничего. Разорвались неразорванные связи. Я уже не понимаю голос свой в окружении реторты тонкостенной. Между нами не осталось ничего. Мы два самых близких тела во Вселенной. Вот такая тема. Я объясню, почему я как бы завершать и так далее. На самом деле, вот, а можно спросить, почему Каин? Ну, это дань моде. В 90-х были очень популярны хроники Амбера. Хорошо. Если ты не против, то я буду только за, если ты в марте, вот во втором отделении, минут 20 выступишь. Что? Хочешь? А? Нет, пожалуйста. Потому что тебя, ну, надо слушать долго, так сказать, чтобы с каким-то подходом и так далее. Ну, спишем. Ну, кстати, если кто хочет прямо послушать, посмотреть, почитать, вы ищите в интернете наш проект, который называется «Поэторий». Вот. Там, наверное, кто-нибудь, в общем, да. Ищите «Поэторий» в интернетах и найдете. КНЛ тоже там по поиску находится. Спасибо, это был КНЛ. Значит, господа, сейчас мы уже завершаем скоро. Вы знаете, Лиза Валерьевна пришла, сейчас она там переодевается. Сергей Удальцов, выходите. Давайте, Сергей Удальцов. Привет. Вау, Сергей Удальцов. В утреннем гуле толпы стираем вчерашнюю пыль, надеясь, никто не заметит. Мы вылетаем из пустоты к зеленому лету через апрель, обманываясь, словно дети. Пытаясь выбраться из кокона сна, свой безнадежно блеклый четверг добавит цветные краски. Мы проклинаем с небес колдуна, что помнит о нас, но отверг, и ждем неизбежной развязки. Нам хватит сил крутить колесо, стереть всю пыль, забыть всю жестокость. Мы разобьем стекло, дыша в унисон, и капля лопнет, объяв наш пыл. А дальше лишь невесомость. Спасибо. Спасибо. Сергей Удальцов, Сережа на втором отделении, буквально через 10-15 минут будем делать Z-перезагрузку, поэтому вы его еще услышите. Также вы еще услышите Анастасию Кирсанову. Настя, выходи. Стася, вернее. Сейчас она один стишок прочитает, так сказать, для палитры нашего видео, первого отделения. Но она тоже участвует у нас вот с этим. Всем добрый вечер. Я рисую тебя акварелью цвета юной незримой метели. На альбомном листе или книжном, веря, зная, что скоро увижу. Я твой лик извлеку меж ветрами, в миг затишье. Небес кружевами потяну нить твоих очертаний. Я на тверди земли, редкой тайны, среди сотен потрепанных истин, образ твой для особенной кисти. Тонкость линий листва вокруг стана, ее легкость, подобно шаману, рассекает пластично пространство ритуальными жестами. Властно воин кисть исполняет на ткани предрассветный божественный танец. Я ловлю в каждом па откровенный штрих, намек на тебя во вселенной. Чутких нравственных ценностей тени обрамляют узором твой гений. Твой уют, все грубчик вельвета я раскрашу, а солнечным светом нарисую тебя в небе хмуром, под бомбежкой летящим амуром. Обрету я тебя между строчек, пометуя суть добрых пророчеств. Зачерпну горсть глубоких суждений, жажду встреч, снов и лунных затмений. Я рисую тебя между звуком, эхом пауз и четвертей стуком, вихрем вальсов, сонат, минуэтов, вью сакральные знаки в букеты, собирая диезы, бемоли, и за такта пассажем на волю
беглых нот разлетается стаи. Мелодично, но терпко мечтаю. Вновь рисую тебя силой мысли, что способна безумца возвысить. Но не смея воззвать к тебе в суе, я тебя лишь повсюду рисую. Спасибо большое. Анастасия Кирсанова, прости. Было заявлено в ритме блюза, но это переносится на следующую. А это просто стиль. Знаете, ну может, я рисую тебя, и как-нибудь походила бы тут. Ну, блин, ты что, стоишь как? Да дело не в этом. А? Я знаю, ну, немножко двигайся нам для камеры, уже чтобы движение было. Хорошо, все, давай, да, едем дальше. Это была Анастасия Кирсанова. И вы знаете, вот пришла Лиза Валерьевна. Вот, встречайте Лизу Валерьевну, пожалуйста. Лиза Валерьевна. Это второе отделение завершается. Игорь Кабанов в зале? А? Игорь Кабанов? Нет его. Все, Лиза Валерьевна завершает второе отделение. Пожалуйста. Я просто чисто могу тут расположить. Можешь, что хочешь делать. Вперед. А, ты будешь без микрофона. Без. Там выключите, пожалуйста, вообще весь звук. Или у тебя, вот микрофоны выключите, пожалуйста, чтобы не гудели. Спектакль «Зет», перезагрузка. Будет шизоидно, будет тут и вешаться будем, ну увидите, что к чему. Не буду все тайны раскрывать. А их нельзя выключить, чтобы колонки не фонили? А? Ну хорошо. Значит, все, включили? Дорогие друзья, сейчас второе отделение «Театр поэтов послушайте», проект «ТВ поэзия». Меня зовут Владимир Антипенко, я тот самый Карабас-Барабас. И тот самый человек, который этими видео занимается и все это выкладывает, и режет, и, так сказать, пиарит и так далее.
Но я сегодня еще как поэт буду участвовать в спектакле «Z-перезагрузка». Кто ее участники, я скажу позже. А перед тем, как это произойдет... Сереж, ну что ты сидишь? Ну, вот, блин, вот как пень сел. Иди сюда. Сергей Ганиберг попросил прочитать стихотворение. Это не входит в спектакль. Так, вот попросил человек. Сергей может. Сергей Ганиберг. Я скороговорку прочитаю. Ревнивый ромер общит, где моя Рената? Бульвар новаторов, рассвет, роса, ракеты. Смертельно раненый горбатый запорожец раздрязгивает утреннюю хмарь. Сверкает у метро костер пиратский, разогревая с потрохами варево, окрашивает сигаретный ларь. Живой рассвет редкий кимор прячет, растягивая мерзлые персты. А на другом краю Петрова-града ржавеют разведенные мосты. И радио ревет, миллионократно отрикошечивая средь кривых дворов. Ты зачем попросил? Нет, стоп, да не надо, такого чтения здесь не надо, уходи. Либо ярко, энергично. Спасибо, Сергей Ганиберг. Это стихотворение можно... Тихо! Веревка упала. Либо, конечно, Сергей же вышел, все упало. Это стихотворение можно найти в интернете, все равно. Как называется оно? Он хорошо читает! Да хорошо читать, здесь не надо читать, тут в библиотеке, а здесь ты что читаешь? Здесь надо исполнять как-то, ярко подавать себя, дарить людям. Но это было упражнение на произведение. Хорош все равно! Живая классика. Сет, перезагрузка. Воды. Есть стихи воздуха, неба. Есть сплав и того, и другого. Но пока еще нет стихов огня космоса. Какими они будут, мы не знаем. Когда мы дышим, у нас сатанеют скулы, делаются острее, моложе, резче формы. Выкрик платьев трещин. Куда складок тканей и рукавов. Руки наши тогда тяжелее блока, что лежат в основании, держат строй. И такое дело, хоть стой, хоть пой, тяжести не уменьшится ни на йоту. Хоть круши в себе рыбу, глотай блесну, это конь, несущийся под откос. Может, статься, сделаешься проводником. Уносишься! Погоди! Вон грач пролетел над пашней! Воздушные бегуди закручиваются страшно, наматываются сны за окнами коммуналок, и черные от весны утопленники с фонтанок летят в гробовой полет. Что, ангел, боишься смерти? Чудесный твой самолет пропеллером в сердце вертит. Опять у тебя пассажир ругается, водки просит, поэт... Покидает мир стихи на земле, забросив за первое всегда второй, за сердцем всегда утрата, за вечностью только слой земли завершит лопата. Солнечный свет в этом городе, солнечный свет в льде и холоде, гнали. Морозным воздухом веет ласково, и тепло, как от взгляда братского. Стихия бушует, но не в наводнении тысячи лиц, тысячи мнений живет
предательством и благородством. Это зима, город бодрствует, Нева. Любовь, всегда она с тобой. И все равно, какое время года, все кругом твое, одна свобода. Пойдем же по дороге со мной. Пойдем, нам нужно много успеть. Пойдем же, ты же видишь, я твой. Я буду играть, ты будешь петь. Я вижу этот блеск твоих глаз. Я съем помаду с твоих спелых губ. Смотри, все звезды только для нас. Мы этот свет, мы этот звук. Непременно ты и я. Отель пять звезд, или вниз по дворам. Сердце поет, чувств не тая. Я вижу сомнений, нет в твоих глаз. И будет даже на небесах доска. Мы только вдвоем. Золотой тучкой вылетаю убивать смерть. Если кто-нибудь скажет, что мне плевать и ведь, я тоже ее боюсь, не верь в то. Вспомнишь привкус помады, силуэт манекена, тенью в толстой гардином, утром скроешь ты вен. И на мягкой соломе тихо белый палат. Высешь на пароме мои привкус помады. Прошу тебя, остановись, ведь лезвие может быть слишком острым, бесполезные крики, ползком к телефону раскаяние, но поздно, холод твоих изящных ладоней не, больше не удивит незнакомца, и бледность нежной кожи твоей не потревожит солнце, дыхание замедляешь, понимаешь, что сердце уходит в пятки, мысли бьются в истерике, смысл их еще уходит, но... Хочется бежать без оглядки. Неужели ты здесь, чтобы подарить мне развязку, попрощаться, в поезд прийти под откос, да поверить в мрачную сказку? В городе над рекой туман стелется в легкий дым. Комары у открытых окон, машин, стальных караван. Я просыпаюсь седым, снишься ты и осколки стекол. Перина, стекла, сок дождя, губы осени. Целовали зонты, колдовали дельфины на просеках, и текла капля сна, распыляя янтарь, прослезилась сосна, сфинксы рвали грибы, набухали дороги и женщины. И снова заболела, но иллюзий нет, похоже, постарела на несколько я лет. Мечты мне не забыть, хотя ее не стало, так хочется любить, но жить уже устала. Я вспомню о себе. Шагну и упаду. Мы встретимся на небе, а может быть, в аду. Вернись, ступая оловянным богом, оно не различает нас. Ни женщин, ни мужчин, ни рас. Своей клюкой или багром шершавый чертит морщины в коже нежных женщин, нервных мужчин и глупых стариков. Синяя могила спит, головой порог перепрыгнув. Перевернув в сады глыбы горчичной муки, видела я твои горькие руки. Гордые сечи, плечи, сечь соколиную в ночь. Неправда ли? Я слагать там, где к ряду седьмая дочь. Противное время. Твоя заряженная лежит на синих. Его не выставишь в музей. Никто не станет наслаждаться им. И скоро, а уж тем более платить за вход. И скоро вся вселенная старуха из трещин световых лучей остынет. Ты чувствуешь, как без тебя мне плохо, а скоро еще хуже станет. Я не люблю людей, от которых веет холодом. Я зову их льдинами. Обычно я разбиваю руками лед. Но что делать с ледяным блондином? У него тихий нрав, ядовитый рот. Самое печальное состоит в том, что я ненавижу в нем лишь самого себя. Я пришел в его дом и зажег очаг, хотя он не звал сидеть у огня. Теперь лишь дорога вперед. Это всегда будет внутри. Презирай меня, молча сиди и готовь свой яд. Ты не услышишь слова «прости», а я буду искать шанс вернуться назад. Пока меня еще кто-то ждет, пока в глазах, пока остался, не выпьет яд, пока в глазах не увижу лед. Все пройдет, но сейчас не отпустить. Однажды проснешься, а я улетела, обнять лишь успела тебя в полусне. Ты скажешь, ну что ж, бездыханное тело порвало ты смело с любовью ко мне. Но я не услышу, я некорректна, душа не бессмертна, счастья нет, слышь. А может, этот прищур и взгляд, обращенный в пол, все касается нежды, а все никого внутри. Ты все вспомни, помни, береги, всем тебе наполнится голову, помню. И слабеют ноги, и сводит рот, улыбаться тянет так же, как и смотреть. Не переживай, это только ток, а не
взгляд на лицо. Я скоро умру, говорит тот, который внутри давно не я. Я скоро умру, говорю я, который внутри давно не тот. Я внутри умер давно, говорит тот, который не я. Я не тот, который внутри давно говорит я. Не пиши мне глупости, меня и так мутит от этих странных фраз, пирожных, приторных и очень сладких. Ты лжешь! Просачивается сквозь кожу слова, плоды твоих манер, отточенных и гладких. Так пусто после. Уймись и перестань смеяться. Я не могу здесь больше оставаться. Ты все поймешь, но будет поздно. Ты все поймешь, но будет просто зря. Пытаюсь сомкнуть веки, и вновь себе я врал, как мир одна навеки. Без совести, чиста, без разума невинна, спасла себя с моста, окутав снов перины. Я плачу в пустоту высоких серых зданий, скрывая немоту и страхи опознаний. Я... страхи опознаний. Черное есть во всем, вселенная расширяется, ангелов сон мы несем, ангелам все прощается. Ангелы ищут нас, белые прилипалы, душу сосут из глаз, в сердце растят кораллы. Звезды морские в кровь к нам запускают в вены. Вселенная расширяется, зона людей и ангелов. Ты же знаешь, как плотно во мне сидишь, меня не услышишь, оценишь и не повредишь. Меня не демоны возвращаются, есть крылатый улов. Так же и ты, мой ангел, мой соучастник тихий. Ешь до отвала стихи, тело ангельский корм. Ты попробуй, справься, как у меня дела. Зашипят, поднимутся вертела. Да пойдет возня под рестораны, заголдят мои воровоины. Ты же помнишь, что сражен храбрее сок. Знал же ведь поначалу ров, а потом засок. Я тревою, мне тут кистки, а на карте черным отметка. Ты... знаешь, как плотно во мне засело это стержень плетения женских тел. Бешеная белка, она не поутру. Ты бежишь во мне, чуешь, рыжей шубой метешь все подряд. Страсть, трусость, гнев, верность, нежность, любовь, ревность, грубость, зло, добро, сомнение, грусть. В одну кучу бросая огонь и лед, ты бездумно бежишь вперед. Бешеная белка, бешеная! Бешеная! Свет одиночек пусть постоит за дверями, и стук бередит сердце чаще и чаще. И лишь бы бежала, пусть! Лишь бы бежала, останови ее, и ты услышишь, как урчит, и как поет нефть в моторе автомобиля, как дышит комар, как свистит алмаз и сердится труп. Ты даже не представляешь, как рассердится твой труп, когда деревья начнут протыкать его своими корнями. Так что беги, белка, беги. Еще времени нет, еще время есть в твоем теле. Не надо холода, убей меня нежно. Я мазохист, я страдалец, я падки, воткни все спицы, смерть неизбежна. Добей поцелуями самыми сладкими, будь самой стервой, нервной, рациональной, будь самой главной, хоть и не первой, свяжи меня, отведи меня в спальню, разукрась моей кровью подушку, валы, выброси интернет в окошко, отпистай меня по щекам, будь же дикой кошкой. Забаррикадируем двери в подъезде, чтоб никто не услышал. Выключим телефоны, снимем одежду и займемся сексом на крыше. Фиолетто! Фиолетто! В цветении фиолетовых желаний помада из валетов и настурций свежее, чем банановый оттенок. Прогуливалась женщина по пирсу, холодная конструкция из моря выглядывала из-под абрикоса, и выглядела женщина как танец восточного задуманного неба, а ветер рисовал фигуры Турции, жеманилась погода и боялась, что женщина покинет свое место, уйдет глядеть в другие фиолеты.
как много готова за 5 минут плача, ревущего, рвущего, холод ночной отдать. Разум чумной, ум призрачен, мрачен, в тревогах несущего душа, шепчет слово беда. Мне сон снился вещи, я сердце подстригла, при желтой разросшейся, желтый, как сыр луне, разум чумной. Мои голубые щелюты с чутьем колются, падая по земле. Моим небом, серый тнема, днем твои мои пиранди. Они плавают рыбы, они искрятся, и там искрится белоснежная кружева шерстерки. С ним сунешься только, по локоть отпустят, гнут плоские спины с собачьим оскалом. Только не могут они осилить твое безупречное кружево сетки. Невидимой глибой отражая, сужая границ. Ты верно забыла проверить? Я ослепла, но и ты перед глазами. Тише реже звуки, ты их молча отдаешь. Ветром станет пепел от очного осязания. Небом станут руки тех, кто верил в ложь. Время тает, тянешь ты мгновение. Бросить сквозь новый день пропастью в быту. Осень все листает новых встреч прикосновения. Ускоряя свою тень, вдыхая пустоту. Я ослепла, стекла, зеркала без встреч. Прозрачный силуэт надежды, сигареты мягкий дым, вливаясь в сумерки, иссяк лихорадочная дрожь. Потребность сократить всю между. А я вот живу. Возники твердят, что жизни все вещи пустят, пустят. А я не знаю, кто я. Горящая спичка, церковная свечка или вулкан. Короткая фраза, стихов страничка или аэроплан, чертящий белоснежной кистью. Короткие признания. Если не можешь быть, давай играть. Но не дари мне горечь расставания, ведь без тебя я не смогу летать. А я ведь в воздухе. Я просто разобьюсь, если прольется капля равнодушия. Я так силен и слаб, благодаря тебе, что я боюсь, набравшись кислорода, сдохнуть от удушья. Черные лохани бежали по мостовой за небом. Заклятие обещало вновь сбывшуюся небо. Черты остры, красивое лицо бледно, как мелом. С ней счастье не его грива, оно за помелом. В толпе в ней отрещенность с любовью, с нам и бедом. На сердце отрешенность, она с рождения ведьма. В ней шелест листьев. Кто-нибудь понимает, что она хочет? Воды огня, лишь раз безумство знаешь. Кто-нибудь знает в этом мире другое? Кто-нибудь слышит Сергея Удальцова? Кто-нибудь видит Андрея Чирикова? Поглощает слабых. Поглощает слабых все безразличность бытия. Делит надвое душу и тело. Только не ты, только не тебя. Перейдем. Другая сторона улицы. На узком тротуаре прошлого градом слезы по лицу. Взгляды собаки брошенной. Вырвана в конце голова. Чужой роман под мышкой. Встанет на место голова. Мы встретились. Потом допишем. Толпа их разрежет и разорвет. Печатает. Толпа их разрежет и разорвет, печатает. Музыкантов. Музыкантов. Чья песня станет хитом. Чья песня станет хитом. Доставит по точкам, по номерам. По точным, по номерам. Мажет лопатки их переходов влажные номера. Номера. Ты просто спаси, увези вечный ветер. Трамваем такси, сорвав будни сеть. Ты просто спаси, вообще ритм их сознания. Ты просто спаси от конца опознания. Забрать всю боль, целовать запястье, быть рядом, изгонять эти мысли, выпотрошить подушку, как символ, слизывать твою кровь, не отпускать, вдвоем, в ночь, на крышу, закрыться, на лето, до излечения полного, до новой болезни только, имя которой мы. Смерти нет. Конец. Конец. Смерти нет. Спасибо! Попытались что-то сделать. Z-перезагрузка назывался. Сергей Удальцов! Наталья Андреева! Анастасия Кирсанова!
Владимира Антипенко! Для тех, кто первый раз нас видит в таком амплуа, поймите одну вещь. Вот это все была импровизация полностью. То есть каждый из нас готовил отдельно свой спектакль, как моно. Мы переплелись, мы вступили во взаимодействие, что-то вам представили. Вот это и есть настоящий Z. Спасибо, ребят. Z Перезагрузкова! И вызывается на сцену Сережа Шипачко, паровоз до Кубы. Вперед! Поехали! Меня зовут Сережа Шипачко, я пою группе «Паровоз до Кубы». Сегодня будет такой небольшой такой эксперимент. То есть со мной будет выступать Даша Рыжая. И чуть позже к нам присоединится мой друг Сережа Толстов, который будет нашим противовесом. Мы будем раскрывать тему дороги, тему свободы, что это есть, чем это заканчивается, какие есть в этом направлении. То есть это хиппи, нео-хиппи. Вот. Я двигаю эту тему и сыграю несколько песен, буду стихи. Нам очень интересно, что из этого получится. Но не только чем заканчивается, но и с чего это все началось. Чем начинается, да. Вот начинается представить примерно конец 60-х, начало 70-х. Это группа Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, Джанис Джоплин, конечно. Джанис Джоплин сегодня. Вот. Моя муза сегодня. Вот. И мы сыграем популярную песню, чтобы проникнуть с атмосферой того времени. Учимся на оленях утром ранее. Вообще другое. Свобода, что-то новое, что-то необычное. И пытаясь найти что-то в этом свое. Добавить немножко ритма. Ну а тема все равно очень интересна. Тема свобода. Путь к морю. Путь к тому всему. И мне помогает, за ней переживаю. И появились песни. Когда
видишь единомышленников в своем лице, красивых девушек, которые носят феньки, которые одеваются интересно и необычно, и появляются такие песни, как противовес к тому, что есть свобода, есть духовное начало, а есть такая вот море, да? А есть Финляндия, то есть вот, люди там покупают одежды, в общем, социум такой, Вавилон. И вот одевать. Девочка купила паштетный батон, уже пару дней как покинута Чито, она в активном поиске огромных машин. Они довезут до горных вершин, кидает голубям хлебные крошки, а на душе скребутся кошки. Как там мама, мама не спит, она потом ей обязательно позвонит и скажет: мама, не переживай, мама, не переживай, я просто уехала в рай на море. А на море дельфины, они вынесут тебя на берег на собственных спинах. Да-да-да-да, море. А на море дельфины, они гораздо интересней, чем пьяные финны. Как тут не напиться? Мама, не переживай, мама, не переживай, я просто уехал в рай на море. А на море дельфины, они вынесут тебя на берег на собственных спинах. Да-да-да-да, море. А на море дельфины, они гораздо интереснее, чем пьяные финны. Гитара, губная гармошка, перкуссия. Вот все это как бы набило в атмосферу такую. Но всегда есть, всегда есть. Это все здорово. Все здорово. На позитив, то все там, то, поверь мне, человеку, прожившему большую и неинтересную жизнь. Пройдет 5 минут, все к чертовой матери разрушится, и с чем останется? Хорошо, сейчас. 3 аргумента. Давайте микрофон говорить, что. Аргумент первый. В земле темно, зато какой покой. Немного сыро, но не страшен зной. Пожар не страшен, не страшна вода. И старость не пожалует сюда. Лишь захотеть обдумать, и тогда спокойной ночи, Валя, господа. Представьте, кто вы! Сергей Толстой. Аргумент второй. Холодный ствол ожег висок. Прощайте все. И вы, родные, зароете меня в песок и жить начнете так, как жили. Прошу вас, книги не храните, отдайте тем, кто сердцем юн. Но ничего не говорите, к чему смущать блаженный ум. Я никого не обвиняю, откройте дверь, я воняю. Аргумент третий. Простите, волнуюсь страшно. Первый раз перед публикой. Это вот тот самый человек, который вот я его в первом отделении пытался вытащить, но вот он, это Сережин друг, я так понял. Это да? Артист моего театра, «Бродячая собачка», Сергей Толстой. Вот противовес. Мы вообще устраиваем. Импровизация. На видео потом будут смотреть, покажут, какой-то мужик вышел. Нет. Значит, можно так у них? Можно, но осторожно. Милая, ты все живая, но и я еще живу. Я тебя, моя родная, увидать хочу в гробу. Хоть меня ты полюбила, хоть тебе желанным был, ты во мне мечты убила и желаний юных пыл.
Ты ни в чем не изменилась, бьешься жилкой у виска. Видно, крепко ты влюбилась, беспросветная тоска. Да. Ну, а вот я верю, что вот любовь, она как бы позиционирует себя, что вот она всеобъемлющая. И надо мечтать о том, что вот люди встретились, да, вот они вот по трассе едут туда-сюда, и они понимают, что строят планы, иллюзии, то есть они охватят весь мир. А весь мир такие, как они. То есть я вот верю во что-то, и у меня ощущение, что все так же живут. И что, значит, надо для нас? Путешествовать, правильно? Вот я видел одну девочку в дредах, вот песня на эту тему. О том, что как бы первый путь — это путь к морю, а потом захватить весь мир. То есть все такие, все яркие, все любят мир, добро, peace. Но не грустишь, любое море по плечо, любые горы по колено. Ты нежно смотришь на меня, и я влюблен необыкновенно. Девочка в дредах, в вороных кедах, по имени Люба, поехали на Кубу. Любовь моя, там купим яркую майку и в ней. Поехали на Кубу, любовь моя, там купим яркую майку и в ней. Рванем на ее майку, девочка в дредах, в вороных келах. Поехали, поехали на Кубу я майку, а потом Амстердам. Я тебе любовь отдам. Трасса, свобода, как хорошо это все, и ты веришь, что все это есть. Да, я думала, что сядьте ближе, пожалуйста. У нас просто съемка. Супер, продолжайте. Сейчас будет. И вот ощущение, что все хорошо, но почему-то не все люди принимают это. Никто не кидается ехать на море, никто не знает, что такое пис, какой пис, мы все разорвали деньги в Вавилон. Если ты работаешь, ты ешь, не работаешь, не ешь. Кто там нам это все навязал? Почему это происходит? Постоянно задаюсь этим вопросом. Я проникся оптимизмом. Маленький посадник. Пусть утро нам подарит свет, пусть день дорогу нам укажет, пусть вечер пристань нам покажет, а ночь забвение от бед. Иду по полю одинокий, в траве кузнечиков ловлю. Так хорошо, свобода, осень, и никого я не люблю. Дорогу птицы собираются, поклон прощальный с ними шлю. Мне хорошо, свобода, осень, и никого я не люблю. И еще. Четыре строчки, первые две. Называется «С оптимизмом». Я лицо начищу скрабом и понравлюсь нашим бабам. Мне не нужен больше скраб, не обманешь наших баб. Но, как оказалось, свободный образ жизни не всегда мешает, и всегда главное не залезать далеко, а оставаться все-таки здесь. То есть надо воспринимать то, что появилось, и то, что читает Сережа.
Самые светлые, самые интересные люди. Почему не стало пошло чего? Я не дядя. Почему не стало Лисковского? Почему? Они проживают очень короткий путь. Очень яркий, короткий путь, но почему они не задерживаются здесь? Это вопрос. Потому что это вспышка. Это вспышка. Лучше хорошо, но мало. Апокалиптическое. Про лошадку. Юный коник звонко скокал по лугам своей отчизны. Он высоко... Простите. Юный коник звонко скокал по лугам своей отчизны. Он бесчетно мелких тварей невзначай передавил, когда вверх задрав копытца, а кого ему стыдиться, по некошенной травище поваляться вдруг решил. Чудный день, высоко в небе одинокий облак плыл, ястреб в поисках обеда распростер пространство крыл. Над старинной колокольней взвилась стайка воробьев, звон малиновый привольно над всем, что есть, плывет. Восхитительно под древом в зной полуденный сидеть и направо, и налево, и куда ни есть глядеть, размышлять о быстротечном или думать ни о чем,
возмечтав себя роялем с потерявшимся ключом, наблюдать сокрытым оком, как в душе наступит ночь, если ум в свои палаты сможет чувства уволочь. Его воля неотступна, его логика тверда, он ведет себя преступно, от него одна беда. Минет все, повянут кущи, и малина отойдет. Снег падет, как муж пьянющий, и лошадка подрастет. Где был лес, там друг на друге лягут свежие кличи. Пни взойдут по всей округе, как на Пасху куличи. Если помнили о вечном, лесоруб, негациант, если б был не столь беспечным Конституции гарант, если б мы хотя бы были не такие дурачки и пореже бы носили изумрудные очки, то заметили б, конечно, как в тиши средь бела дня бледный конь с пурпурной гривой скачет солнце заслоня. Сразу мертвые сойдутся на раздачу по делам. Небо гласом разразится, мне отмщенье ас воздам. Все окутает прохладой абсолютного ноля. Только избранным наградой станут райские поля. Распрощаются с надеждой, у кого она была, и чудесно разрешится вечный спор добра и зла. Если что-то покупаю, выбираю по деньгам, и во всем предпочитаю доверять своим рукам. И в надежде, что не скоро скажут ангелам трубить, буду тихо славить Бога, делать дело и любить. Сергей Толстой, да? Ну, у школы ты поэзию вел в свой номер, а у нас твоя поэзия, да? То у нас честный такой проект. Скажите, давайте пару слов обсудим. Как вам стихи Сергея Толстого? Хорошо. А? Все вот так показывают. А есть те... У меня роль такая, кто не знает, я тут такой вот... Карабас-Барабас. Да, театра поэтов, послушайте. Маша, что скажешь? Интересно слушать. Интересно слушать. Манера подачи. Андрей Чириков в зале? Ушел? Испугался. Есть кому это не очень все понравилось? Время боится. Вот там. Ну-ка идите сюда, ходите скорее. Быстрее только, можно быстрее, пожалуйста. Да я хочу сказать, что мне не то, чтобы не очень понравилось. Куда в зал? Ну говорите, да. Подача весьма такая хорошая, интересная, но от глагольная рифма трубить и любить просто убила. Я глагольную рифму ненавижу. Ну ладно. Конечно, если поэт, значит глагольный рифм. Я, кстати, вот не согласен с девушкой. Шахматы боговольные. Смерть с глагольным рифмом, смерть, а ты что скажешь? А ты что скажешь? Сережа, Сергей Гринберг, ты что скажешь? Ну, мне понравилось. Может быть, какой-то, вот если по гамбургскому счету, может быть, какой-то магии, как ни странно, какой-то такой совсем вот как что-то так вот завернулось. Мне немножко не хватило. Ну да. Но вообще так. Интересно. Да? Вы, я почему просто? Вы можете, давайте к нам приходите в первое отделение потом. Соблазняем. Соблазняем вас, но как бы вы актер, интересно, у вас интересное творчество. Вот. Но там мы тоже можем обсуждать что-то и так далее. Спасибо, это был Сергей Толстов, а сейчас... Мы разные, мы работаем в одном театре, но мы дружим, и поэтому... Мы все равно верим в оптимизм, и последняя строчка у Сережи была любовь. То есть мы все верим все равно, что что-то не получается, что-то, какие-то вилки, но оптимизм есть. И мы всегда верим, что у каждого человека есть своя половина, и он найдет и будет... полная гармония. Нет, ну Сереж, на самом деле, секунду, подождите, у нас проект своеобразный. На самом деле, Сергей Толстой был на грани от занудства, на грани. Но это он грань не перешел, и его поэтическое слово держало внимание, это здорово. Оно держало внимание, это самое главное. Я свое мнение просто выскажу. Тебя погода, три времени года, осень, зима и весна, между весну. Видели дождь, капли по стеклу стекают непрерывно, небо все в тучах, тучах грозовых.
не придешь и не согреешь рук моих. За окном метель, все заметает песни, напевая, и мороз стекло разрисовал в моем окне. Неужели ты в такую мрачную погоду не придешь и не согреешь руки мне? Серёжа Толстого, Серёжа Паралов, спасибо! Спасибо! Это был Серёжа, мы помнили. Наша лыжа, просто красивая лыжа идёт. Импровизация сейчас танцевала, секунду! Ну я должен влезть. Импровизацию танцевала Лиза Валерина. Вот. И Серёжа Антипенко. Володя Антипенко. Мы с тобой не Нет, Сергей, так не делают. Давай еще нам что-нибудь бис. Ну смотри, зал ждет твоего писи. Тебя ждет. Нет, это... Песня о нашем городе, о Ленинграде, о том, что вот проходят такие вещи, и они очень согревают. И Ленинград это не только снега, холод, дожди, а именно действительно такая культура, которая очень стремится к тому, чтобы стать теплой именно душевно. Ленинградское лето. Везде Бейонс звучит непрестанно, а мне играть ее не с руки. О, Ленинград, североафриканская столица. О, Ленинград, здесь только месяц, зимушка длится, а все остальное лето, просто немного холодное лето. А все остальное лето, просто чуть-чуть дождливое лето, это лето. Здесь много чумазых, смешных негритят. Они днем и ночью на асфальте сидят. А если случится у них какой-нибудь там праздник, на том же асфальте они просто лежат. О, Ленинград, североафриканская столица. О, Ленинград, здесь только месяц, зимушка длится, а все остальное просто немного холодное лето, а все остальное.
лето, просто чуть-чуть дождливое лето, это лето. Спасибо. Исполнили меня и Жаши, получили песню Герцена и песню группы «Паровоз Дакубы». Спасибо. Спасибо. Где тебя можно услышать еще? Скажи. Я это оставил. 2 марта мы играем в клубе «Аврора» с друзьями. Будет позитивный фестиваль. Там будет очень много веселых песен. Будут играть интересные группы, которые играют и хиппи-тему, регги-тема, в общем, ска-тема. 2 марта в клубе «Аврора». Приходите. Ну, есть страница «Паровоз Дакубы». Да, и можно найти. Меня зовут Сережа. Спасибо. Все. Спасибо. Господа, перерыв, через 10 минут микрофон будет свободен. Кто желает, выходите, представляйте свое творчество, уже снимать не будем. Но из тех, кто в третьем отделении выступает, частенько попадают в первое. Уже на съемку и так далее. Все, перерыв.